Тем временем в глубине океана. Странно все это. По последним сводкам, Атума не располагала остаточными средствами. Ретери не успел прочитать. Акула. Лего-акула. Похоже, он решил свои финансовые вопросы. Нам достаточно оружия, чтобы захватить все восточные побережья. Это Роксан. Или Роксон. Роксан. Акула с нами дружит. Это же преступный синдикат. Дружелюбная акула. Есть только один способ выяснить, что там происходит. Воздать или сполна, что-то там. Короче, надо проникнуть. Что тут еще не ясно. Так, Тони, давай найдем генератор и установим заряды. Ясно, интересно, эти разноцветные трубы приведут нас к цели. Ага, к проблемам точно приведут. Ну и ну, с тех пор мы стали оптимистами. Ой-ой, не раздеваем. А нам надо опуститься вниз. Так, давайте-ка по желтой трубе. Прям как почта такая есть, почта отправляет. Чик, и сразу мы вдвоем здесь оказались. Кто-то хочет прервать нашу операцию. Ну, наконец-то мы можем стрелять. Взаимодействие. Good. Ближе подойдем. Давай, твой выход, Тони. О, как он круто стреляет, офигеть. Это просто класс. Собираем наши финтифлюшки, монетки. Но нам надо их, конечно, собрать. Но перед этим надо все разрушить. Здесь у нас будут какие-то детальки для строения, чего-то построить. Так. Подсказка. Гранаты могут разрушать серебряные лего-объекты. Удерживайте P, чтобы прицелиться, или нажимать L, чтобы бросить гранату. Окей. Собрали и... Теперь нужно отсюда, я так понимаю, мы уже все серебряный объект. Здесь мы этот объект... Все? С этим объектом. И еще раз. Взаимодействия никакое не надо. Какая-то тень была, справа пробежала. Так. Теперь тебя переместить наверх. Так, давай-ка мы здесь все разрушим, пока месть нас здесь не порушили. Давай-ка, Тони, твой выход. Вернемся к Тони. Побросай-ка гранаты. Так, здесь нужна эта женщина. Похоже, здесь
Тони не справится. Нет. Окей. А здесь кто? Кто надо? Да, это здесь мы бомбу устанавливаем. Но почему он стоит так близко к бомбе? Колесики, шестеренки. Есть, одно задание выполнено. Собираем, что можем здесь собрать. 53 тысячи наших деталек собрано. Так, теперь нам надо вернуться обратно. Вернуться обратно и по нашим трубам, по цветным, дальше перемещаться в следующие уровни. Ого, откуда вы взялись? Это какой-то босс. О-о, у нас захватили. Где ты, Тони? Спасай. Он от нас убежал? Засранец. Так, нам надо на низ спуститься, чтобы в следующую трубу попасть. О, давайте пока побомбим здесь. Денежку пособираем. Не денежку, а детальки. Ой, я, кажется, железного человека разбомбил. Тони, прости. Подводный мир, да, он такой. Так, следующее. Нет, нам синяя капсула нужна. Рокстон. О, мы так быстро здесь трезубец. Мне кажется, здесь... кто-то у нас появился с трезубцем. Я думал, это Аквамен. Может, даже здесь мы Аквамена откроем. Так, здесь нам что-то надо сделать. Да? Непонятно. Еще раз. Поменяемся с женщиной местами. Возможно, в эту шахту надо спуститься. Так, давай-ка сюда, наверх поднимайся. Что мы здесь построим? Почему не получилось? Давайте-ка сменимся. Попробует наша девочка. Нет, здесь требует только Тони. Есть. Только требовали Тони. Тони, Тони, Тони. Повернули рычаг, и у нас что-то выпало. Какая-то деталька. Пытаемся к этой детальке и... так, что-то надо построить.
Let's do it. Сейчас будет опять борьба с мелкими хулиганами. Подсказочку, нажмите L, чтобы задействовать энергетический щит, он позволит вам миновать лазеры. У этой женщины, если требуют смены... Так, бомбу мы устанавливаем. Но тут какой энергетический щит? Тут просто я нажимал, даже и нажимать ничего не надо, энергетического щита никакого-то не включалось. Просто тупо пробежал. И все. Теперь что? Ах ты ж засранец. Опять убежал, пол здоровья от него забрали. Что мы здесь можем пособирать еще? Пособираем все, что можно. Давайте-ка направим сюда, сможем стрельнуть? Нет, сюда. Мы здесь, в принципе, уже все разрушили. Нам только на выход и... следующую миссию вниз. У нас уже 58 наших. Можно их и монетками, в принципе, назвать, но это не монетки. Там не будем собирать уже монетки, не будем тратить время. Осталось нам еще, чтобы эту миссию пройти, еще кое-что дособирать. Вернее, взорвать еще один генератор или что там. Ой, сорян, Тони. Я постоянно тебя бомблю. О, подводный мир прикольный. Прикольный. Так, здесь мы сможем пробежать где-то? Нет, нам надо бежать. Тони, Комцумир. Комцумир. О, кстати, а это что такое? Так, what the fuck? Какой-то новый герой, что ли? Никакого взаимодействия. Окей. Тогда мы побежали дальше к трубам. А, мы здесь не сможем прибежать. Так, Тони, чуть выше, плывем к трубам. Осталось у нас только красное. Давай, let's go. А, надо полностью на землю спустить. В подвешенном состоянии не отправляет нас на лифте подводном. Блин, я подумал, что это уже босс. У тебя не понимаю, на каком... О-о-о, началась жара. Сейчас мы сделаем Тони здесь, тут как тут.
Запускаем наш мега-лазерный бомбежный луч. Так, девчонка вперед. Девчонки и мальчишки, а также их родители, устанавливаем бомбу. Ой. Третий генератор, и у нас будет, наверное, сейчас драка с боссом. И вот очередное вторжение, Атомы пошло ко дну. Что-то у меня не складывается, что замышлял Атома, почему напал, что за... Берегись! Вы заплатите за все. Ай, походу он убежал. Не хочу нагнетать, но кажется, я что-то потерял право на гарантийное обслуживание. Ладно, нужно вернуться, там обсудим. Походу, костюм вышел из строя. Полегче, говорит Тони Старк.